Я хочу несколько слов сказать вот про Таймураза Мансурова. Мы с ним познакомились в прокуратуре Швейцарии. До этого, может, мы слышали друг про друга. Ну, я-то его знал, но, может, не знал, не знал, я не знаю. Ну, я вам могу сказать, что в 92-м году, когда вот эти вот экстремисты напали на нас, на наши села, когда они начали сжигать, убивать, третий, десятый, первые часы, вот это вот нашествие, я видел, как Таймураз под пулями, под обстрелом организовывал оборону своего веренного района. Разве он не патриот, что как только он услышал, что в Южной Осетии началась война, он через час или через полтора часа там был, чтобы разделить судьбу своих братьев, которые живут на юге. Я сам испытал, что такое утрата. Ну, кто из здесь вот стоящих, может сказать, если его дети захвачены заложниками, и есть возможность вывести своих детей, и он отказался от этого. Для этого нужно большое мужество. Для этого не только своих детей надо любить, но и надо любить всех остальных тоже. То, что сделал Таймураз.